10 мая 2024 год. Это Днепр, а ранее Днепропетровск. Через неделю после Пасхи все едут на кладбище, так сказать, поминальный день. Но скажу так, официально вообще правильно ездить поминальный день — это понедельник. Ну а почему в воскресенье все ездят? Ну потому что в советское время понедельник — это рабочий день, и все ездили по воскресеньям. А мы едем в пятницу. Сегодня у нас пятница. Просто нам так удобней, да и людей будет меньше. Проведаем своих родителей на Краснопольское кладбище. Сначала заедем к родителям жены, а потом уже поедем к моим родителям. Решили на могилу поставить такой горшок специально. Купили. Ну а что, чтобы не ковыряться, дома весь посадили такой горшочек. Правильно, Свет? Поставим тут. Вот такое вот сделали. Вот такое мы заказали родителям жены. Вот так вот тут. Света, это 2х2, да? Ну, вот огородили. Ну, смотри, хорошо. Очень хорошо получилось. И я вам скажу, в общем-то, недорого. Это вот практически самый недорогой вариант. Батя, мама, ну это, да зачем так много? Ну я им и две конфеты, и все. Не надо больше. Почему? Потому. И две конфеты. И тут так же.
Виталик, поправь цветочки, мы же перевернулись вверх ногами. Переверни. И придави цементом. Тут камень лежит, чтобы оно не двигалось. Так ты цементом их придави, с этой стороны. Вот так вот. Просто ветры были сильные. Вот. Сейчас тут табличка улетела. Сейчас я взял гвоздики и тот самый молоточек. Сейчас мы ее просто пока прибьем, а памятник мамину со временем поставим. Давай молоточек. Сейчас вот мы приколотим. Вот оно и было, я по старым местам. Ну, временно так. Примерно так. Дай ему, дай этот. Вытру. Как акация цветет, да? Рясно. И соседняя, вон дальняя, цветет как. Знаете, я уже когда-то говорил, когда снимал Краснопольское, Запорожское кладбище, это как раз то место такое, знаете, умиротворенное, где можно спокойно подумать и задать самому себе вопрос: а что ты оставишь в этой жизни после того, как уйдешь в мир иной? Если даже ты не успел посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка, задай себе вопрос хотя бы, а будут люди вспоминать о тебе добрым словом? Или они тебя будут проклинать? Вопрос риторический. Подумайте.